новый учебный год начался в сентябре не только в школах, лицеях, университетах Харькова. Центр «Фрамакадеми», который занимается образованием в области парикмахерского искусства, также презентовал свои новые программы. Задача центра простая и благородная – делать людей красивыми. Что может быть более позитивным, более чудесным? Ничего! Презентация «Фрамакадеми» состоялась в формате мастер-классов по парикмахерскому искусству на традиционной харьковской выставке «Харьков Бьюти» в Радмир Экспохоле. Преподаватели и сотрудники учебного центра «Фрамакадеми» придумали оригинальный формат пространства этой презентации. Они пригласили харьковчан на улицу красивых людей. И на этой улице творческая команда центра демонстрировала гостям свое мастерство, опыт и фантазию. Учебный центр «Фрамакадеми» сегодня хочет презентовать свою коллекцию «Осень-зима 2014-2015». В эту коллекцию входят как прически, стрижки мужские и женские, также укладки. Мы показываем все то, что мы умеем, да, наработки свои. Также новинки и модные тренды на новые сезоны. Однако перед главной контрольной все мастера тщательно и взволнованно выполняли домашнее задание, готовили модели для выхода на подиум. Дирижерами, талантливо координирующими действия оркестра «Фрам», стали руководитель учебного центра Юлия Матвейчук и креативный директор Керим Фаталиев. Оба они – победители парикмахерских конкурсов, призеры мировых чемпионатов, повышали квалификацию в Италии, получали золотые и серебряные призы на международных конкурсах. Не менее титулованными и признанными являются все преподаватели «Фрамакадеми». Оксана Гринько – мастер по наращиванию и плетению волос. Елена Ленко – специалист по созданию мужских образов. София Плехова – колористка, которая владеет прогрессивными технологиями окрашивания волос. Яна Каменева – автор стильных образов для выпускного бала и мастер мужских стрижек. Члены команды учебного центра «Фрамакадеми» придумали для семинаров в «Бьюти-зоне» уникальный проект «Мастер с большой буквы. Секреты успеха». Предварительная подготовка модели проходила в большой студии «Фрамакадеми» на переулке Слесарная 1/1. Стилисты решали вопросы колористики, выбирая группы красителей с учетом диагностики волос. Каждый цветовой оттенок подбирался в зависимости от индивидуального цветотипа модели. Решались смешанные колористические задачи, использовалось полихромное окрашивание, создавались индивидуальные цветовые коктейли. Специалисты «Фрамакадеми» подарили своим моделям новые, играющие сочетания оттенков. Это принесло творческое удовольствие от новых техник и самим авторам, и моделям. Конечно же, огромное значение в создании образа женщины играет макияж. Умело подчеркнутая линия бровей, выразительная косметика, придающая загадочность взгляду, помада, делающая губы сочными и яркими. Некоторые сложные прически требовали предварительной подготовки в большой студии «Фрамакадеми», пышных объемных локонов, использования модных аксессуаров, валиков, плетений. И вот, наконец, в
Волнующий и торжественный момент настал. Гости выставки «Харьков Бьюти» с нетерпением ждали встречи с любимыми мастерами Фрам-академии. Тем более, что центр отмечал свой 8-й день рождения. А восьмерка, как считали древние философы, совершенная гармоничная цифра, состоящая из равных кругов материального и духовного. Именно она точно отражает состояние развития центра Фрам. Его команда стремится к материальному успеху, но главной ценностью для нее является цивилизационный, культурный, эстетический подход к своей миссии. Первыми на сцену вышли Яна Каменева, закончившая Академию Владимира Тарасюка по курсу «Мужские стрижки», освоившая стиль знаменитого испанского мастера Фернандо Арментероса, изучившая новации в области колористики, и Оксана Гринько, выпускница Академии Пантенон, Италия, автор многих семинаров по основам и технике стрижки. Участники семинара стали свидетелями блестящего мастерства специалистов Фрам-академии. Согласитесь, что и мужская, и женская стрижки были исполнены безукоризненно. Елена Ленко – представитель Харьковской школы «Монплезир», прошедшая курс «Голливудские укладки», повышавшая квалификацию в Италии, продемонстрировала укладку с помощью так называемого брашинга, рассказала о способах создания объема и волн. София Плехова, великолепный специалист по работе с цветовой палитрой, рассказала о преимуществах новых красителей на основе природных компонентов. Ее мастер-класс в учебном центре Фрам-академии вызывает неизменный интерес. Юлия Матвейчук – признанный мастер в области свадебных и праздничных причесок, а также причесок для фотосессий, моделей и телезвезд. Вызывает она неизменное восхищение публики. А таких, как Юлия, говорят «мастер от Бога». Ее идеям и изобретениям нет предела. В каждую прическу Юлия вкладывает всю свою фантазию, всю свою любовь. С удовольствием хочу вам представить Фрам-академию. Академия, которая ежегодно совершенствует свой профессионализм. Постоянно мастера обучаются, узнают какие-то секреты своего мастерства. С огромным удовольствием делятся с вами. Мы можем вам предложить обучение по колористике, углубленной колористике, базовой колористике, по элементам прически, разновидности искусства плетения. Также, конечно же, любое мастерство приветствуется и стрижками, как мужские стрижки, так и женские стрижки. Учебный центр всегда рад видеть новые лица, а также уже постоянных наших клиентов. Нам очень приятно, когда наши клиенты к нам возвращаются и проходят один и тот же блок несколько раз. Креативный директор Фрам-академии Кирим Фаталиев, как мастер и как личность, является символом всего прогрессивного, дружелюбного, талантливого, чем отличается команда центра. Он работает увлеченно, с полной самоотдачей, радостно делится своими знаниями с теми, кто приходит на семинары. Кирим – выпускник Киевского национального университета культуры и искусства. И действительно, он превращает в искусство свое мастерство. Каждый, кто приобщился к презентациям специалистов центра Фрам-академии, признавался – что стал участником настоящего праздника красоты.